Привет, друзья, привет, подписчики. Выбрались мы на рыбалку с вами. По Белому морю сейчас едем. Вот сейчас мы едем вот туда вот, копать змейку. Якорями будем копать змейку, покажем вам. А потом поедем туда ловить камбалу, навагу, корюшку, сига на удочку. Поставим сеточки с вами вот там вот. Вот это Белое море. Такой моторчик у нас. Honda 2.3, Прогресс 4. Закидушки взяли, удочки. Там вот порт у нас. Там вот порт, оттуда едут все в Соловки. Туристы, местные жители отдыхать. Такая вот у нас красота, друзья. С Саньком поехали на рыбалку. Привет, друзья. Вот. Сейчас вот, друзья, туда поедем, вот, будем с вами змейку копать на якорь, вот на такую кошку, будем бороздить на веревке, веревку кинем сзади лодки и будем ее тянуть на моторе, и потом вытаскиваем, и будут здесь свисать уже черви морские, змейка. Сейчас мы вам это все покажем, друзья, оставайтесь с нами. Вот мы, ребята, подъезжаем, где будем копать с вами змейку. Вот здесь вот. Видите, там тюлень лежит на луде. Сейчас попробуем к нему подъехать. Что это такое черное? Здесь вот и будем с вами копать сейчас змейку ближе к берегу, потому что воды много очень, вода полная сейчас. Обычно тюлень уже головой водит, как бы кверху ее поднимает, по сторонам водит, когда на луде лежит тюлень. Видел много раз тюленей. И это что-то просто такое. Здесь вот, друзья, викинги раньше ходили, приставали к этим островам тоже на своих ладьях. А это камень солнцем черноту дает, отсвечивает. Вот здесь вот сейчас будем якорь забрасывать. Будем дравить по дну якорем веревкой и посмотрим, что там у нас. Поймаем ли мы эту змейку, морской червь называется, на которого мы будем рыбу с вами ловить, друзья. Кинем с этого боку. Да. О, зацепили. Конкретно. Вроде потихонечку тянем.
Поехали вроде. О, поехали, потянули, потянули. Сейчас мы якорем пробраздим там дно. И змейка, она сама там на этот якорь, короче, нацепляется. Она длинная. Кошка якорь называется, ребята. Хотел знакомому задать вопрос. А что мы сейчас делаем? Вот прикиньте, наверное, многие не знают, что мы как бы местное население Белого моря драем змейку якорем. Кто-то копает на берегу лопатой. Но это там морской червь. Ну и это у нас змейка. Обычно на сухой воде копают, когда воды мало, а сейчас на полной, ну что, на рыбалку едем за рыбой. Сейчас еще немножко покрутимся с вами. Буду вытаскивать якорь. Санек поснимает там. Поснимаешь, Санек? Конечно. Все. Посмотрим, сколько наловили. Сейчас еще в другую сторону протянем. Стороны на сторону якорь перевалился, другой лапой, чтобы зацепил дно. Она же на эти лапы кошки цепляется, змейка. По берегу видно, что потихоньку едем. Даже стоим, но все равно движемся. Сейчас, друзья, еще немножко будем вытягивать. Поехали, сейчас нормально, сейчас дерет она змейку в этот момент. Сейчас скуп отдать надо, вот, бавить. Как бы чувствуешь ее, как она там по дну цепляет. Вот, зацепила хорошо. Давайте, ребята, посмотрим. Глушить не будем. Сейчас я поснимаю. Сам якорь снимаю. Вот, видите? Вот такая вот она. Котелок. Змеечка. На нее будем с вами, друзья, ловить рыбу. На крючок ее цеплять. Ну. Вот. Маленькая, бывает крупная. Сейчас еще забросим с вами, посмотрим. Может вообще крупняк попадет. Вот так, такая вот. Промой. Сейчас промоем все. Вот. Вода соленая, друзья, тут.
будем проверять, друзья. Оставайтесь с нами. Давай, бери, Санёк. Посмотрим сейчас, друзья, что там нам попало. Ну-ка, что там, друзья, у нас попало с вами-то? Опа! От одного места уши, друзья. И это маленький вообще. Ты снимаешься? Якорь снимает. О, голова. Голова червяка. Ладненько, сейчас другое место переедем. Все, ребята, опять вытягиваем якорь. Сейчас посмотрим, сколько попало. Видите, друзья? Вот они, червячки, которые рыбу ловим. Так. Этого мало нам еще. Еще будем копать. Давай другое место отъедем. Может, там забросим получше. Да, Санёк? Да, может будет. Так. Поедем, друзья. Ребята, едем на рыбалочку. Санёк уже удочки делает. Липки повесил какие-то, да? Да, вот где. А? Потяжелее, полегче. Потяжелее, полегче повесил, но... Вот туда нам надо, друзья, к тому лесу. Там будем камбалу ловить на удочку с вами. Санька, браконьер, готов к рыбалке? Я не браконьер, я удочник, рыбак-удочник. Молодец. Врет он все. Вот сейчас приедем. Кто-то ловит там уже, смотрю, да, рыбку. Вот гора такая, морской, бережной кильяк. Есть морской кильяк и бережной кильяк. Кильяк. Кильяк бережной. Гора красивая. Это вот, ребята, грибов много летом вообще. Белых, красноголовиков, всего. Вода. Видите, вода убывает сейчас. Как раз едем на рыбалку, на убылую воду.
Вода у нас 6 часов прибывает, 6 часов убывает. На убылую воду камбала скатывается, вот с этих вот мелей это все обсохнет потом. Мы будем в канаве ловить ее, камбалу. Увидите, короче, потом сами. Ладненько, смотрите, друзья, дальше.